дорогие друзья. Вот он прибыл к нам. Две фуры фирмы «Август». Огромное спасибо руководству, именно коллективу. Это замечательная организация, которая выручает нас очень сильно. Дело в том, что она выручает не только продуктовыми наборами, а те средства, которые нам поступают, мы гасим долги за нахождение деток на море. Они сейчас отдыхают в Геленджике. То все средства идут на отдых детей в прифронтовых районах. Поэтому они делают огромное дело. И сейчас продуктовые наборы мы раздаем людям, которые находятся под обстрелами, которые не могут выйти в магазин. И также беженцам. И люди практически лишены всего, что может, помогаем вещами, а также выдаем продукты, чтобы они могли какое-то время продержаться. Спасибо огромное. Низкий поклон вам, ребята. Будь добры.